Вообще-то, когда у меня случилось это странное заболевание, да, анапластическая астроцитома, Г3, вот. Так. С чего все дело-то началось? Дело в том, что Леонид Сакс сделал мне операцию, да. После этого жена задала мне вопрос: Леша, а что будем делать-то дальше, когда необходимы деньги на следующую операцию? Потому что, возможно, такое случится, что необходимо будет повторно лезть вот сюда. Я сказал ей следующее: ну да, попробуем. То есть мы можем включить все наши возможности. И если вот так вот подумать, сколько лет я работаю на телевидении? 18 лет. А программу я веду 12 лет. То есть круче меня только несколько человек. Их всего четверо. Это основные монстры города Магнитогорска. А сумма-то мне нужна небольшая. То есть вот если брать, допустим, 3000 человек по 500 рублей, и этого будет достаточно для того, чтобы вы, господа, смогли вместе со мной помочь мне жить подольше. Да, такое может случиться. 50 тысяч долларов. Мне придется сделать вот здесь какие-то проблемки небольшие. Но это того стоит. А если вы хотите узнать мое личное мнение, то, к сожалению, это не большая передача, мне тут необходимо там опять строчек, то можно зайти на YouTube. Алексей Челейкин, группа «Онкология». Поймете все.